Если же у вас, ну, обычные монеты, опять же, нужно понимать стоимость каждой монеты. Практически у каждого года монет СССР есть редкие и ценные монеты, на которые стоит вам обратить внимание. И вам нужно знать об этих монетах, поэтому нужно смотреть все мои ролики, не пропускать. Я рассказываю очень подробно об этих монетах. Если вы найдете ценную монету, где мы продаем монеты? Офлайн и онлайн. То есть офлайн это вживую мы продаем монеты, мы можем отнести их на барахолку, в антикварную лавку, найти знакомого коллекционера и предложить ему свои монеты. Но опять же, если они представляют как хоть какой-то минимальный интерес для коллекционеров. Хламовые монеты, которые, ну, очень распространенные, ну, даже не тратьте время на попытку их продать, потому что вряд ли она увенчается успехом, потратите только нервы, время, и ничего с этого не получится. Поэтому изучайте нумизматику, разбирайтесь в этих монетах и будете зарабатывать. И зарабатывать неплохо. Лично я продаю постоянно монеты на аукционах, уходят. Да, иногда лучше, иногда хуже, тоже есть сезоны, но тем не менее, это такое дело. Всегда можно их продать. Цена напрямую зависит, конечно же, и от состояния монет. Имея даже простые обычные монеты, можно потихонечку их реализовывать. Да, они не будут стоить дорого, но за счет количества можно их продать. Например, вот такой десюнчик можно продать за 1-2 доллара. Да, посчитайте, сколько монет. Это ж только я маленькую часть вам показываю, какие монеты. Это я чуть-чуть нашел у себя, так то, что под руку попалось, я вам демонстрирую. Вот. Придя туда коллекционерам, в антикварную лавку, вы должны ориентироваться в ценах. Для этого, ребятки, не ленитесь. Если нет о какой-то монете ролика на моем канале, забивайте в поисковик в интернете. Там, например, вот 10 копеек 1985 года цена. И вы найдете примерные цены на эти монеты. Потому что очень часто присылаете обычные монеты, насыпали 20 штук и пишите мне, оцените, пожалуйста, как вы предлагаете это делать. Если я каждому буду писать с учетом того, что я получаю сотни, просто сотни сообщений, как я буду расписывать вам эти цены. Ребят, не ленитесь, пожалуйста, если вам это сложно делать, не напрягайте меня. Следующий тип, где мы реализовываем наши монетки СССР, это, конечно же, интернет. Где именно там искать эти продажи? Первое, это вы можете в соцсетях пробовать продавать. Если у вас есть профиль на Фейсбуке, в Инстаграме, у меня там эти профиля все есть, ссылочки внизу под описанием, вы можете заходить, выставлять даже в моей группе в Фейсбуке и пробовать их продать. Но опять же, нужно понимать, что в группах не настолько специализированная аудитория, поэтому найти покупателей довольно сложно. Ну, хотя ребята вот наши, я смотрю, торговали на аукционах, сейчас создают свои группы и очень неплохо продают у себя в Фейсбуке, в Инстаграме выставляют монеты и продают. Я не сторонник лично таких продаж, я этим не занимаюсь, потому что это очень геморройно. Сложности будут потом с отправкой, с покупкой, передачей денег, много мошенников, поэтому будьте осторожны. Следующий момент. Это, конечно же, нумизматические аукционы. Там выставляете, там есть определенное правило на каждом аукционе. Забивайте в своей стране. Например, вы живете в Казахстане, забейте аукцион монет, продать монеты. И так далее. По-любому вам выкинет. Неужели у вас в Казахстане нету ни одного аукциона, где можно продать монеты? Это самый лучший способ продажи именно монет СССР. Это нумизматические аукционы. Подбирайте хорошие монеты, поспрашивайте у друзей, может у них есть, соберите лот какой-то и выставляйте. Почитайте внимательно правила, как там написано, что написано, как можно продавать, какие условия продажи, какие комиссии и так далее, и так далее. Пожалуйста, занимайтесь, и все можно зарабатывать. Нормальные денежки можно заработать. Я продавал вот такого рода монеты, да, за счет объема. У меня их очень-очень много насобиралось. Простые, простейшие монетки, там по 3, 5, 10, 20 гривен. Но когда ты делаешь обороты, ты продаешь их сотнями, нормальная денежка получается. Да, время это занимает, но тем не менее. Не имея серьезных монет, у меня много серьезных монет, которые я сейчас продаю на аукционах, люди их покупают, но если у вас нет возможности их приобрести и перепродать, пожалуйста, вперед из песни, продавайте свои. Если вы уже знаток, хорошо разбираетесь, почему бы не зарабатывать на этом?
Я знаю очень много людей, которые живут с этого, они зарабатывают на перепродаже монет. Скупают у населения, оценивают их и продают на аукционах. Кто вам мешает? Войдите в тему, пересмотрите все мои ролики, почитайте каталоги, почитайте интернет. Потому что многие хотят вообще ничего не делать, присылают мне монеты, говорят, помогите продать. Каким местом? Как я это могу сделать? Ну, физически реально, да? Ребят, вы же тоже должны эти моменты понимать. У вас какие-то монеты есть, вы живете где-то там в Узбекистане, в другой стране. Как я вам их продам? И зачем это мне нужно? Ребят, поэтому нужно немножечко активнее заниматься самостоятельно, пробовать продать. Пишите, присылайте. Если у вас есть хорошие монеты, о которых я говорю в своих роликах, пришлите мне их на Instagram в личку или же на почту. На почту я быстро отвечаю относительно. В Инстаграме может затянуться, потому что крайне много сообщений, я просто не успеваю все обрабатывать. Также выставляйте в нашей группе в Фейсбуке. Вообще без проблем, можно выставить, оценить монету, узнать хотя бы интерес у коллекционеров, есть ли к таким монетам или нет. А с вашей стороны я попрошу написать мне в комментариях, какие монеты есть у вас, какие вы хотите продать. Я уже по возможности буду отвечать на ваши вопросы, буду вам подсказывать, где вам реализовать ваши монеты. Напишите комментарий и будем там общаться. Но помните, ребят, что больше шансов у вас получить ответ на ваши вопросы, на ваши комментарии, если вы будете ролик смотреть сначала, после, сразу после выставления. Потому что когда пройдет полгода, год, извините, но уже по истечении такого времени настолько много комментариев, что я просто физически не успеваю на все отвечать. Но поручите отвечать какому-то помощнику, который балбес в монетах, ну, что он вам расскажет. Разговаривать с вами должен профессионал, коим я себя считаю. Что ж, ребят, есть вопросы, задавайте, спрашивайте, напишите, где вы продаете монеты. Как вам проще, как вы считаете, какой лучший способ продажи? Это вживую или же через интернет? Жду ваши комментарии и встретимся уже там. Так что, друзья, пишите. Всем пока.